месяц. Только выехал и попал в снег. Интересно, всю зиму проездил, ни разу в снег не попал. А тут апрель, и лянь как метет. Дороги здесь мокрые, потому что соли сыпят немерено. И машины быстро ржавеют, надо покупать новые. Вот и бизнес крутится. Да, дорога тяжелая. Еду 15 миль в час. Соли сыпят, не жалеют. Второй день весь дождливый. Сколько еду, то снег, то дождь. Вот такие дороги сейчас в Нью-Йорке. И никто не хочет ремонтировать. Еще колеса монтирует над дорогой. Бизнес-зона, промзона. Здесь будем разгружаться. Впереди мост. Очень низкий. Будем поворачивать направо. Вот здесь под мостами компания, где мы разгружаемся. Одна из компаний. Так, выходим на фривей.
сказать, я сам еще не видел. Еще одна разгрузка, наверное, самая тяжелая. Здесь самая тяжелая разгрузка. Да, это место просто задница. Поехали. Сейчас мне в конец улицы, а потом, чтобы выезжать, только задом. Там развернуться невозможно. Подкачку, чтобы не зацепить. Вот такая промышленная зона. Так, разгрузил. Теперь нужно целый квартал выехать задом. Потому что разворота здесь нет.
понаставят машин в два ряда. А ты их объезжай. Да. Так вот и работаем. Уехал. Теперь мне надо повернуть сюда. Все, отрегулировали. Хуже места я не видел. Такое движение целый день сегодня. Ну и чё стал? Большую дорогу.
разгрузился. Поехали на загрузку. Никого нет? Все, выехал. Осталось выскочить на фривей и 1 час до загрузки. Парк Liberty International Airport. Сейчас я его объеду кругом. Рабочий день заканчивается. Сейчас еду на загрузку. Там большая стоянка для грузовиков. Буду отдыхать. А завтра снова за работу. Так, я уже в Висконсине разгрузил. Тут 4 машинки. Дождь поливает. Осталось еще мне 3 машины в Миннеаполисе. И я разгруженный. Уезжал снег, приехал назад дождь. В штате Висконсин очень хорошие дороги. 2 машинки осталось разгрузить в понедельник. 2 дня выходных и надо ехать опять.